В эфире итоговый выпуск «Вести Молдова», в студии Олеся Кайряк. Главная тема нашего сегодняшнего выпуска, конечно же, станут состоявшиеся накануне в Молдове всеобщие местные выборы и их результаты. Итак, вот вкратце, о чем мы узнаем далее. Первый тур местных выборов состоялся. Партии готовятся к переговорам о коалициях в местных советах. Скандал при подсчете голосов в пригороде Кишинева. Окружной избирательный совет подсчитывал голоса в 18 часов. И переговоры о новом парламентском большинстве должны вот-вот начаться. Правда, кто с кем и когда будет говорить, до сих пор так и не ясно. Ну а теперь рассмотрим итоги прошедшего голосования подробнее. Первый тур местных выборов в Молдове состоялся. Люди проголосовали за мэров, районных, городских и сельских советников. Не везде удалось избрать мэров с первого раза, поэтому через 2 недели пройдет второй тур выборов, где именно Центр избирком объявит завтра. Выборы были тяжелые, борьба была напряженная, но исходя из того, что у нас 898 округов в Республике Молдова по проведению местных выборов, всего в 2 округах выборы будут признаны недействительными, мы считаем, что это отличный результат. В столице и в Бельцах в муниципальных советах первыми стали провосточные партии. В Кишиневе 19 мандатов из 51. Согласно предварительным результатам голосования получили социалисты. В Бельцах 26 мест из 35 взяли кандидаты от нашей партии. Я понимал, что нужно выигрывать города. Тем самым это для них будет удар по печени. Потому что населенные пункты даже в том или ином районе, если большинство из них выиграли там либерал-демократы, демократы, то все равно без печени они не выживут. А печень – это все-таки город. В районных советах действительно большинство мест взяли представители правящей коалиции. Либерал-демократы рады, что внешнеполитический курс партии сыграл роль на местном уровне. Совершенно ясно, что проевропейские партии выиграли эти выборы, а антинациональные партии, которые продвигают разделение общества и войну, проиграли местные выборы в стране. Демократы не стали говорить об общем успехе, а хвалились лишь личнопартийным. К этому моменту демократическая партия – единственное политформирование в Молдове, которому удалось улучшить итоги выборов и удалось зарегистрировать рост, как в сравнении с выборами 2011 года, так и в сравнении с парламентскими выборами. Что касается коалиции на местном уровне, либерал-демократы и либералы здесь сходятся. Обе партии заявили, что с партиями левого толка союзов заключать не собираются. То честь на фара. Со всеми, кроме социалистов и коммунистов, с нашей точки зрения, в широком смысле, демократического и проевропейского толка. Далее, каждый местный совет, городской, районный, муниципальный, будет самостоятельно решать на базе переговоров. Социалистами у ЛДПМ и ЛП все взаимно. Они также заявили, что с этими партиями, а также с демократами, никаких коалиций не будет. То же касается и платформы Юрия Лянка. Социалисты уже начали переговоры, чтобы сформировать большинство во многих районах и городах. Это большинство будет сформировано совместно с местными советниками от нашей партии Рената Усатова. Мы не рассматриваем коалиции с представителями Демократической партии, Либерал-демократической партии и, очевидно, с Либеральной партией и с Лянка. Во скольких городах и селах Молдовы пройдет второй тур выборов мэра, станет известно завтра. Зато уже абсолютно точно известно, что второй тур предстоит в молдавской столице. Дарин Киртуак и Зинаида Гречанна один на один сойдутся за кресло мэра Кишинева. Ни одному из кандидатов, ни от либералов, ни от социалистов не удалось набрать более 50% голосов, чтобы победить в минувшее воскресенье. А вот в Бельцах ситуация сложилась однозначная. С огромным отрывом от конкурентов победил лидер нашей партии Рената Усатый. Кандидату от нашей партии удалось набрать почти 3/4 голосов бельских избирателей. С кандидатом от партии коммунистов Октавианом Маху, ближайшим по результату, у Усатова разница в 60%+. Благодарю всех жителей Молдовы, которые доверили нам свои голоса. И, как я говорил сегодня в Бельцах, доверие получить не так сложно, как очень сложно его удержать и сохранить. В Кишиневе же ситуация сложилась иным образом. Дарин Киртуак набрал 37,5% голосов. Зинаида Гречанная, согласно предварительным итогам ЦИКа, отстает от него чуть меньше, чем на 2%. Так что сегодня, в первый же день после первого тура, оба кандидата начали, а точнее продолжили, предвыборную кампанию к голосованию 28 июня.
Subsemnatul, primarul faptelor concrete. Ваш покорный слуга – мэр конкретных действий, становится мэром каждого отныне. В принципе, каким я и был последние 8 лет. А столица есть и будет для всех. Мы не делим людей на красных, синих, зеленых или других цветов. Sau de alte culori. Noi trebuie să înțelegem un lucru, noi cu toții suntem oameni. Мы должны понять одну вещь. Мы все люди, и у нас должно быть гражданское достоинство. И абсолютно понятно, надеюсь, люди очнутся и поймут это. Ведь даже в этот период второго тура никто не придет со стороны и не наведет порядок у нас дома. Никто. Ни из России, ни из Румынии, ни из Америки или Европы. Только когда мы осознаем, что мы сами здесь должны привести свой дом в порядок. Как и везде, не приходит сосед убирать у вас в доме, в стране и городе. Noi singuri, cei care suntem aici, trebuie să ne facem ordine la noi acasă. Așa ca și în orice casă. Nu vine vecinul să-ți facă ordine. Așa și la noi. В муниципальном совете столицы ситуация сложилась противоположной. Социалисты набрали больше голосов, чем либералы. Согласно предварительным итогам, ПСРМ займет 19 мест, ЛП – 17. Также в муниципальный совет войдут по несколько представителей блока Юрия Лянка, нашей партии ПКРМ, два демократа и один либерал-демократ. Сразу же определился мэр в Аргееве. Подозреваемый в банковских махинациях бизнесмен Илан Шор победил в первом туре с убедительным счетом почти в 62%. Ближайший результат у кандидата от ЛДПМ Виталия Колуна – всего 12%. Шор баллотировался у движения «Равноправие», уже будучи под домашним арестом. Из-под ареста суд обвиняемого по делу о выводе из Молдовы миллиарда евро освободил, и он немедленно приступил к предвыборной агитации. Сегодня, уже подводя итоги выборов, Илан Шор обещал первым делом заняться инфраструктурой Аргеева. Также говорит, что сотрудников мэрии ждут надбавки к зарплатам на основе отзывов граждан. Отметим, предвыборный лозунг кандидата Шора с учетом скандала с выводом миллиарда звучал довольно цинично. Илан Шор – мэр-инвестор. Теперь же мэр-инвестор и по совместительству муж российской певицы Жасмин подыскивает себе дом в Аргееве. Переедет ли и его супруга в молдавский город, Шор не уточнил. Продолжаем выпуск. Скандал разразился в пригороде Кишинева с Инжире. Там на одном из участков подсчет голосов длился максимальные 18 часов, причем все это время избирательный совет не покидал кабинета и никому даже двери не открывал, за редким исключением. Социалистов эта ситуация возмутила до такой степени, что они требуют отменить результаты выборов в Сынджере, тем более, что разница между их кандидатом и кандидатом от ЛДПМ, прошедшим во второй тур, без учета этого избирательного участка, всего несколько голосов. В ЦИКе им отвечают: такое требование – ваше право. Ранним утром у избирательного участка 267 собралась толпа зевак и десяток полицейских. Скандал разразился вокруг местного избирательного бюро, члены которого забаррикадировались в здании клуба. Кандидат-социалист в мэры Сенджера уверен, результаты выборов таким образом пытались сфальсифицировать. Видимо, они поспешили дать данные в Центральную избирательную комиссию. Потом выяснилось, что там не хватает немножко для неких кандидатов. Решили изменить. Что на самом деле там происходит, остается только догадываться. На участке в Доме культуры проголосовало всего 1776 избирателей, 160 из которых по дополнительным спискам. К 10 часам никаких результатов не представлено. Двое наших людей, член комиссии и наблюдатель, сидят закрытые, без кондиционера, воды и туалета. С момента закрытия участка прошло уже 14 часов. По закону у окружного избирательного совета остается еще 4 часа на подсчет голосов. Но если к этому времени процесс не будет завершен, то результаты выборов на этом участке будут аннулированы. Дверь избирательного участка не открыли и полицейским, но через несколько часов из помещения все же вышли. Почему вы не выходили до сих пор? Ну, комментарий. Через некоторое время этот же молодой человек, представившийся наблюдателем, с протоколами в руках вернулся в участок. Заберите у него протоколы, он не имеет права с ними выходить. Почему ты вышел с ними и где был? По данному факту полицейские составили акт, а люди, которые собрались у избирательного участка, уверены, председатель избирательной комиссии шантажировала остальных ее членов. Но Лидия Тадирашко заверяет, все это время они пересчитывали бюллетени. Мы пересчитывали 2-3 раза. Это из-за ситуации. То ногой в дверь колотили, в туалет не сходить и душно так. Это было очень-очень сложно. Из-за ситуации в Сынджере партия социалистов лишилась 20-го мандата в Кишиневском муниципальном совете, заявил Игорь Дадон. Социалисты будут добиваться аннулирования результатов и новых выборов. Вот как это намерение прокомментировали в ЦИКе.
Я не знаком с деталями дела, но я глубоко убежден в том, что любой избирательный конкурент, если он считает, что его права в чем-либо ущемлены, он вправе подать жалобу и имеет право на достойное рассмотрение данной жалобы, либо ее удовлетворение, либо отказ с необходимыми аргументами. Между тем, по результатам подсчета бюллетеней на остальных избирательных участках Сенчеры разрыв между кандидатом от социалистов и его конкурентом от ЛДПМ составляет чуть больше 10 голосов. И еще об инцидентах во время вчерашних выборов. Избирательный участок в селе Топалыча Мишлийского района разгромила группа граждан. Поэтому председатель Центральной избирательной комиссии будет добиваться аннулирования голосов в этом населенном пункте, о чем сам Юрий Чокан заявил сегодня. Есть два населенных пункта округа первого уровня, где выборы не состоялись. В одном случае по причине низкой явки, в другом случае по причине того, что выборы были сорваны. И на протяжении дня выборы были приостановлены. И в данном случае мы обратились в судебные инстанции для того, чтобы признать незаконным проведение выборов в том населенном пункте, в округе первого уровня. И будем требовать повторных выборов. Глава миссии по наблюдению за местными выборами ассоциации «Промолекс» Павел Постеко уточнил, что инцидент возник из-за некоторых граждан. По его словам, они остались недовольны тем, что один из участников выборов перевез на автобусе людей из другого села, чтобы те отдали за него голоса. В результате столкновения уничтожили урны для голосования и избирательные бюллетени. Инцидент произошел около 7 вечера, и до этого времени более половины избирателей села Топало уже проголосовали, уточнил председатель ЦИК. Полиция расследует дело, чтобы определить провокаторов инцидента и наказать их. Если требования главы Центра избиркома удовлетворит суд, в Топале пройдут повторные выборы. В селе Улмулинвенского района также устроят повторное голосование. Между тем, в связи с уже полученными результатами и выводами по прошедшим местным выборам, широкую парламентскую коалицию начнут ковать уже сегодня. По крайней мере, так говорят лидеры миноритарного альянса. Но до сих пор до конца непонятно, с кем и что из этого получится. Говорить собираются с либералами, которые уже не так категоричны, как до выборов, но и по-прежнему не в восторге от идеи бывших коллег по альянсу. Сегодня либералы смягчили риторику. Если за несколько дней они уверяли, что категорически не согласятся на коалицию с либерал-демократами и демократами, то сегодня, после выборов, они заговорили иначе. Теперь для них главное – старые добрые отношения. Михаил Гимпо обидел, что Влад Филат, прежде чем ему позвонить, объявил об этом на всю страну. В результате что происходит? Публично они с ЛП, а на самом деле с коммунистами. Факт, доказанный сегодняшним альянсом. Я думаю, что и мы, граждане, и европейцы, устали от такой политики. Лучше было бы, если бы мы все созвонились, встретились, как в былые времена, поговорили и потом вышли на публику. Мы открыты, но у нас есть одно условие, которое не может быть предметом обсуждений. И это условие – продолжение европейского курса Молдовы. Единственное, что заявил лидер ЛДПМ. По его словам, с Михаем Гимпу он пока не говорил, а с Юрием Лянко, другим сторонником проевропейского курса в парламенте, тем более. Что касается сроков переговоров, сомнений еще больше. Демократы разочарованы в позиции либералов. Если позиция не изменится, что сказать? Мы должны быть реалистами. Это значит, что в ближайшие две недели до второго тура выборов генерального мэра столицы мало что изменится. На сегодняшний день у либерал-демократов вместе с демократами в парламенте 40 мест. Вместе с либералами у них будет 53. Этого хватает, чтобы сформировать правительство. Таким был этот день. Напомню, еще больше информации о происходящем в нашей стране и мире вы можете узнавать круглосуточно на сайте нашего телеканала rtr.md. Далее вас ждет прогноз погоды и вечерние вести наших российских коллег. Я же, Олеся Коряк, на этом с вами прощаюсь. Удачной вам рабочей недели и до встречи в эфире.